Щоб зупинити поставки реверсного газу з Європи до України, «Газпром» із середини вересня почав скорочувати поставки газу до Польщі, Словаччини та Угорщини. Ці дії сполохали Європу, і ціни на газ стали зростати. Заодно росіяни подбали про те, аби повідомити усьому світу, що в українських підземних сховищах запасів газу як кіт наплакав. Створивши таку гнітючу обстановку на газовому ринку Євросоюзу, Росія намагається вирішити головну задачу – виключити український газотранспортний маршрут взагалі. Як «Газпром» пломбує реверс газу в Україну з ЄС? Дзеркало тижня. 19 вересня 2014 року. Про причини і наслідки газової війни, яку вже багато років веде Росія проти України, розмірковує письменник Густав Водічка. Когда в последнее время я слушаю о газовых контрактах, то мне это больше напоминает уже разговор о войне, потому что вся риторика практически военная. Газовая война, газовая угроза и так далее. Особенно, когда беседовал Путин с европейцем, говорит, вот если вы у нас не будете газ брать, вы что, говорит, будете топить дровами? Так и дрова надо у нас покупать, замерзнете. Я могу себе представить, как русский обыватель в своем сознании видит, как скрюченные европейцы и украинцы где-то там вот лежат в каких-то снегах, замороженные, такие вот страшные эти трупы, окоченевшие, потому что они вот газа не купили. И все эти разговоры, вот так им этим фашистам и нужно, фашисты, 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 фашисты. Но вот странная штука. Настоящие фашисты всегда любили убивать людей газом. Когда это нужно было немцам, они травили европейцам газом, особенно евреев. Сейчас нам угрожают тоже газом, особенно жидобандеровцам. И вот интересная штука, чтобы немцам травить людей газом, нужно было вентиль открыть. А для того, чтобы россиянам сегодня душить кого-то газом, вентиль нужно закрыть. Движения разные, а результат хотят получить один и тот же.